Этот спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки «Колобок». Работа над постановкой и костюмами юными театралами велась целый месяц. Ребята спешили показать премьеру именно во время школьных каникул, чтобы разнообразить досуг маленьких десногорцев. Хотелось бы, чтобы ребятам, во-первых, понравился спектакль, во-вторых, чтобы они относились бережно, не только, так сказать, любили Россию всю, а любили свой уголок непосредственно там, где они родились. Бережно относились к природе. Спектакль посвящен не только экологической проблеме, а также здоровому образу жизни. Красочность костюмов, яркие декорации и игра юных актеров очень понравилась маленьким зрителям. Мне очень сильно понравилась сказка. Да, она была интересной. Завершилась премьера спектакля небольшой игровой программой, по окончании которой все гости молодежного центра получили сладкие сувениры.